Я знаю, что, дорогая публика, вы нас любите. Вы нас, так сказать, балуете своим присутствием, и, слава Богу, балуете и дальше. Мы постараемся, чтобы вы нас не разлюбили, а полюбили еще больше. Для этого, конечно, будут продолжены наши традиционные концерты симфонической музыки, прежде всего, для чего мы созданы, это академическое симфоническое искусство. Будут играться самые лучшие, самые популярные симфонические шедевры. В частности, вот даже вот сегодня, да, то есть завтра у меня концерт «Три каприччо». Это самые красивые, самые яркие каприччо в истории русской музыки. Это «Глинка Арагонская охота», допустим, Чайковский, итальянское каприччо, Римский-Корсаков, испанское каприччо. Это все шедевры, понимаете, которые не оставляют равнодушного никого. И вот такого рода музыку мы будем играть в течение всего этого, дальше, в 2019 году и дальше. Не буду перечислять, какие симфонии конкретно будут звучать, какие будут концерты играться, но уверяю вас, что это будет любимая ваша музыка. Что же касается традиционных наших фестивалей и конкурсов, это тоже будет. Конечно, будет и «Крымская весна», которая каждый год проходит, это детский юношеский такой конкурс. Это будет традиционный конкурс, «Карамановский конкурс», да, имени Караманова в Симферополе. Это те фестивали, которые были в этом году, я надеюсь, что они тоже будут теперь традиционными. Это опера в Херсонесе, это дворцы Санкт-Петербурга, дворцы Крыма. Это такой шикарный, красивейший фестиваль, где мы играем в самых красивых залах наших дворцов, в частности, это и Белый зал Ливадийского дворца. Будут продолжены, конечно же, наши концерты под тенью платана Воронцовского дворца, которые пользуются огромным успехом у публики, и нам это тоже нравится, нам нравится там играть. Мы, конечно, продолжим наши концерты в Херсонесе. Мы надеемся, что Севастопольский бал офицерский, он красивейшее тоже мероприятие. Я думаю, что это тоже будет традиционно. То есть все это будет.